Вместе с профессиональным праздником медицинских работников, ежегодно отмечаемым в середине июня, в нашем районе отметили и два юбилея. 20 лет со дня образования управления здравоохранения Ленинского района и 30-летие открытия Видновской поликлиники для взрослых. На торжественном мероприятии чествовали лучших работников сферы здравоохранения, тех, кто на протяжении долгих лет возвращает людям здоровье, а порой и жизнь. Подробности в нашем следующем сюжете. Медицина нашего района шагает в ногу со временем. Подтверждение этому – внедрение современных технологий. Но главное – высококвалифицированные кадры от врачей до младшего медицинского персонала. Среди награжденных Елена Сидорова, заместитель главного врача Видновской стоматологической поликлиники. Одна из четырех врачей нашего района, она признана лучшей в своей профессии в 12-м областном конкурсе «Лучший врач Московской области». Без малого 30 лет Елена Алексеевна лечит жителей нашего города. Как говорится, крылатому афоризму, светя другим, сгораю сам. Люблю эту профессию, не жалею ни капельки, что я пошла в стоматологи. Наше самое главное направление именно стоматологической помощи – это профилактика. Профилактика, профилактика, еще раз профилактика. Поэтому я всех призываю хотя бы раз в полгода приходить к стоматологу и не бояться. Огромная ответственность, любовь к людям и знание своей работы помогают работникам поликлиник и больниц оставаться в профессии долгие годы. Людмила Гурина с энтузиазмом рассказывает о своей работе в восстановительном отделении. Более 30 лет изо дня в день она и ее коллеги помогают больным начать полноценную здоровую жизнь. Мне больше нравится работать в стационаре, чем в поликлинике. Сейчас объясню, почему. Потому что вот в стационаре я вижу своего больного. Он у меня начинает, и пока не выпишется, я его вижу, как идет процесс его выздоровления. Что ему лучше помогает, что ему хуже помогает. Нравится, вот, когда приходит новая аппаратура. Вот сейчас же много. Вот, поэтому мне, например, нравится. Я люблю всегда познавать что-то новое, осваивать новое. Мне это интересно. Большая часть медицинских работников – настоящие фанаты своего дела. Имя Ильяса Александровича Куликова знакомо многим мамам нашего района и не только. Доктора любят за его профессионализм и внимательное отношение к своим пациенткам. Для нас каждая женщина – это индивидуальность. Каждый ребенок – это индивидуальность. И вот я вчера пришел на работу в 7:30 утра. Сейчас отлучился с работы буквально на час на это награждение поздравления. Между пациентами и душой я с ними. В адрес людей в белых халатах было сказано много теплых слов. Отметили не только труд конкретных людей, но и успехи района в области здравоохранения в целом. За последнее время нам удалось многое сделать в рамках программы модернизации здравоохранения. 7 учреждений здравоохранения приведены в порядок, произведены капитальные ремонты, в том числе в нашей центральной районной клинической больнице. Мы получили обновленную скорую медицинскую помощь после капитального ремонта. Одним словом, все то, что сделано в отрасли, все делается во благо жителей Ленинского района, города Видное. И впереди большая работа по улучшению качества медицинского обслуживания. Идти в ногу со временем и помогать людям – вот главная задача наших медицинских работников. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.